прошу я, напиши весточку мне, хоть строчечку ты напиши. Эту песню Буланова даже спела на китайском. Мне на китайском нравится даже больше, она как-то веселее звучит, потому что ничего не понятно. Но как я записывала, это отдельная история. Помимо китайского языка еще была ненормативная лексика, потому что язык очень сложный. Китайский полбеды. Ради нового образа Буланова начала танцевать. И в клипе не уступала профессиональным танцорам балета «Тодос». Танюшка, она же никогда не танцевала, собственно, на сцене. Поэтому было такое даже любопытство, насколько потянет она, не потянет.